Добрый день! С вами снова 5 минут ликбеза по инфекционным болезням. Я доктор Игорь Марк. Сегодня у нас следующая, третья глава детективной истории о синдроме хронической усталости. Вы помните, я говорил о том, что синдром хронической усталости, по мнению, которое сложилось в 80-х годах и практически не изменилось до сегодняшнего дня, являются вирусы. Прежде всего, это вирус Эпштейна-Барр, 4-й герпес, еще может быть цитомегаловирус, 5-й, вирус простого герпеса, это 1-й, 2-й и как минимум 6-й. Когда я начал анализировать те данные, которые были изложены еще 20 лет назад, то что оказалось, что все пациенты, у которых были обнаружены вирусы, были обследованы только одним методом, методом иммуноферментного анализа. То есть у них, по сути, были обнаружены только титры антител к вирусам герпеса. В этой книге 20 лет назад я, проанализировав все, что было известно на тот момент, опубликовал данные о том, что титры антител при хронических герпес-вирусных инфекциях, я попробую показать эту табличку, но она плохо выглядит, мы потом ее дадим, скажем, прямо на экран. Так вот, в этой табличке показано, что чем выше титры антител, тем реже обнаруживаются активные формы вируса. Таким образом, диагностика заболевания, чего бы то ни касалось, на основании титров антител при предполагаемой герпесвирусной этиологии является несостоятельной. Титры антител могут быть максимальные, активности вируса нет. Могут быть минимальные, активность вируса есть. Так построена диагностика заболеваний. Так построена диагностика состояния ТОРЧ-инфекции герпесвируса у беременных и показания к их лечению. То есть без ПЦР-исследования, сказать об активности вирусов, сказать об их роли в возникновении заболевания невозможно. И что оказалось? На протяжении 10 лет я пытался диагностировать активность вирусов герпеса у больных синдромом хронической усталости. И практически ни разу не смог это доказать в абсолютном виде. В тех случаях, когда я все-таки, не было данных о том, что может быть другая причина, и я пытался лечить таких больных противовирусными препаратами, они начали возвращаться спустя полгода, год, с теми же жалобами, с теми же вирусами. И что оказалось, что виремии, обнаружения вирусов в крови у этих пациентов, как правило, не было никогда. А обнаружение 4-го вируса герпеса Эпштейна-Барр и 6-го в слюне является вариантом нормы. Так называемое здоровое вирусовыделение. 20% хронически инфицированных Эпштейна-Барр выделяет его со слюной и 80% инфицированных герпесом 6-го типа. И это не есть доказательством активности вируса, роли вируса и, скажем так, показания для лечения. Более того, опыт показал, что попытки лечения синдрома хронической усталости как заболевания герпетической этиологии заканчивалось, как правило, неудачей. В некоторых случаях был кратковременный положительный клинический эффект, полагаю, за счет эффекта плацебо. Пациенты очень верили в то, что это лечение им поможет, очень хотели выздороветь, им даже казалось, что стало лучше. Потом все признаки синдрома хронической усталости возвращались. И это продолжалось долгие 10 лет, пока я был в тумане. То есть все попытки определить причину происхождения этого заболевания кончались неудачей. Герпес-вирусы не состоялись, дисбактериоз кишечника не состоялся, другие инфекционные причины, гепатит С, энтеровирусы не имели под собой никакого основания. То есть больные с гепатитом С, с носительством вируса гепатита С, как правило, чувствовали себя замечательно. А те, которые чувствовали себя плохо, спустя много лет, я таки обнаружил причину плохого самочувствия этих пациентов, и она не была связана с гепатитом С и с печенью. Поэтому долгие 10 лет ушли на изучение природы возникновения синдрома хронической усталости. И только примерно спустя 10 лет, в 2008-2009 году, я, наконец, вышел на финишную прямую. И вот в этой книге, 10 лет назад, в
впервые опубликовал первые 30 историй заболевания, которое протекало под ошибочным диагнозом синдром хронической усталости, уже с установленной причиной и с результатами лечения, которое, как правило, заканчивалось выздоровлением. Но выздоровлением. Но в лучших традициях детективного жанра сохраним интригу и о том, что же это такое, поговорим в следующей передаче. Будьте здоровы, не болейте, а заболев, лечитесь правильно и выздоравливайте. До встречи!